где-то около 10 лет назад. Не особенно помню, что и как, но в памяти отложилось, что город показался мне достаточно таким, прямо скажем, убитым и раздолбанным. И тут вдруг в 2015 году город входит в список самых лучших городов России, самых благоустроенных городов России на 3-м месте. Интересно стало, что же тут изменилось за это время. Так что пройдемся по улицам и посмотрим. Тула встретила нас холодновато. Сразу в голове пронеслось: это не тот город, в который можно влюбиться с первого взгляда. Но от своего намерения познакомиться с ним я не отступлю. Показаться во всей красе, как говорится, Тула решила, кстати, лишь на второй день. А пока... Первое правило. Под крышами не ходить. Сосульки, как белье, развешаны на решетках, карнизах и балконах. 2 дня мы с мужем наблюдали, как они растут, но никто убирать их так и не начал. Учитывая это обстоятельство, будем аккуратнее. Планы на субботу – съездить в Ясную Поляну. Более скомканного дня среди всех наших путешествий по российским городам еще не было. Началось все с того, что не нашлось ни одной кофейни рядом с гостиницей. О ней позже, надо спешить в Ясную Поляну. Простите меня, но мы вынуждены были идти в Бургер Кинг. Не люблю такие заведения. Во-первых, они везде одинаковые. Во-вторых, ешь, а на столе какая-то свалка из оберток и бумажек. В тульском бургере еще и какой-то мужчина спал на одном из диванов. Но я настойчивая. Вернусь и обязательно найду что-то интересное в этом городе. А пока на экскурсию. Козлова Засека, вокзал-музей. Это действующая станция Московской железной дороги, но выглядит она так же, как и в 19 веке. Станция была ближайшей к Ясной Поляне, поэтому ее история тесно связана с именем Льва Николаевича Толстого. Сюда приходила почта для писателя. Отсюда он звонил по телефону. На Козлову Засеку приезжали его гости. В 1868 году будет построена уже с помпой, открыто, как раз полностью от Москвы до Курска вот эта вот железная дорога. Первый раз в жизни мы решили заказать индивидуальную экскурсию. Из Тулы не так просто добраться до Ясной Поляны общественным транспортом, зимой тем более. Плюс хотелось побродить по усадьбе с гидом, что-то новое узнать. В гостинице мне посоветовали некто Валентину Анатольевну. Эта дама пообещала все устроить, организовать машину и на месте включить нас в групповую экскурсию. Была такой уверенной, что убедила и меня, будто все получится. Сама с нами не поехала, отправила коллегу, тоже Валентина. Вот она подробно рассказывает нам про Козлову Засеку и помогает сориентироваться в музее. Очередь идет с одной стороны или с другой стороны, то есть как людям удобно. Выставка называется «Железная дорога Толстого». Копии писем, фотографии, хроника. Шкафчик с собой, да? Гидом, конечно, интереснее. Например, я бы даже не обратила внимания на особенность этих ступенек. Оказывается, в их конструкции использовали рельсы. Из Демидовских заводов были перенесены. И это они помнят Льва Николаевича Толстого. То есть вот это вот все доподлинное. Далее вот тут вот висел колокол раньше. И он возвещал о прибытии поездов. Такой звонкий звон. Вот когда приезжают к нам первые лица нашего государства, естественно, вот здесь все это дело вывешивают. А колокол убирают вот почему. Когда на экскурсию приезжают дети, покоя ему нет. Интересное местечко этот вокзал. Неплохо, что нас сюда завезли. Тут понимаешь, как все иначе было столетия назад. Если хотите написать письмо, вот вам стол. Кстати, и сейчас можно отправить почтовую карточку, как это когда-то делал Лев Николаевич. Оказывается, эта станция действующая, так мы ее еще все время и проезжаем, когда едем из Москвы в Белгород или из Санкт-Петербурга в Белгород. Ну а мы дальше, в Ясную Поляну. Все хорошо, но усадьба – главная цель и причина всей этой экскурсии. Ну вот мы и в Ясной Поляне, у нас такие билетики. Но с экскурсией у нас не получилось. Оказывается, групп нет, а для того, чтобы посетить индивидуальную экскурсию, надо заплатить 4500. Поэтому будем гулять, дышать воздухом и придумывать себе, как здесь гулял Лев Николаевич Толстой. А как же Валентины, спросите вы? Пожали плечами и даже не извинившись, разбежались. Думаю, не надо говорить, что деньги нам никто не вернул. Хоть бы водитель нас забрать-то не забыл. Ну что, вывезли нас в какой-то лес. Хорошо, что здесь есть какие-то указатели. Я надеюсь, что мы сейчас сориентируемся. Все основные достопримечательности Ясной Поляны найдем. Подчеркну, разговаривая с нашим организатором накануне, я не настаивала и не молила ее все устроить. Но она, намеренно ли, случайно ли, не усомнилась в том, что экскурсия может не сложиться. За вокзал, конечно, спасибо, но цель была другая. А для ролика хороший эпизод получился. Не все же всегда гладко должно быть. Наверняка летом в Ясной Поляне очень приятно гулять. И здесь просто все красиво, зелено, все деревья, усадьба окружена огромным лесом, здесь яблоневый сад есть. Но зимой в Ясной Поляне тоже очень красиво. Все белое, все такое чистое. И эти простой архитектуры, усадебные дома, они смотрятся так мило, такие какие-то они уютные, родные. Хотя ко мне, к моей истории они не имеют никакого отношения. Но кажется, как будто бы меня с ними вот что-то связывает. Усадьба Ясная Поляна тесно связана с остальным населенным пунктом. И вот у владельцев вот тех домов, которые за моей спиной, огороды выходят буквально на вот этот пруд. Он замерз, но вот здесь, на этой территории, находится пруд. И все, вот усадьба Льва Николаевича Толстого. Такое вот соседство. Имейте в виду, вести экскурсии на территории Ясной Поляны могут только специалисты музея-заповедника. Так что, если кто-то обещает вам договориться и включить вас в группу, за день до вашего приезда они надеются на случай, а может вообще просто так болтают. Если я еще раз соберусь сюда, то постараюсь лучше как-то за месяц записаться на экскурсию и через музей. Как вариант, аудиогид так тоже наверняка. Ну а мы попробуем попасть в дом Толстого без посторонних. Помню, когда я была здесь в прошлый раз, эти комнаты произвели на меня очень сильное впечатление. Но снимать нельзя, экскурсии нет, поэтому рассказывать ничего не буду, проходим по коридорам и на выход. Конечно, этот дом знаковое место, но если вы небольшой знаток каких-то деталей биографии Льва Николаевича Толстого, то гулять по дому без экскурсии — это просто посмотреть и все, потому что табличек достаточно мало, они не особенно, так скажем, информативны, каких-то подписей под конкретными экспонатами, каких-то дополнительных указателей ничего нет, поэтому ходишь, смотришь, ну да, картина, ну да, портрет, да, книги, шкафы, отлично, кровать, диван, собственно, какой-то информации достаточно сложно получить, а то, что предоставлено музеем для свободных посетителей, которые приходят без экскурсии, мне кажется, ну, как-то даже слишком недостаточно для такого места. А если вы иностранец, не дай бог, без экскурсии, то вы вообще ничего не узнаете, потому что табличек на каких-то языках, даже на английском, вообще нигде ничего нет. Я увидела только в одной комнате увидела табличку, даже это была не табличка, а просто файлики, листочек, перевод на английский язык, и все. Все остальное только на русском. Добро пожаловать! Понятно, что проходной двор в таких местах нельзя устраивать. Понятно, что Ясная Поляна некоторых туристов интересует больше, чем Тула. И надо зарабатывать на этом, все правильно. Но, тем не менее, это все-таки не частная коллекция. Мне кажется, можно как-то более дружелюбно все организовать. Не знаю, какой была обстановка в этом доме во времена Толстого, а сейчас там, ну, достаточно так напряженно, давящая какая-то атмосфера. Ты идешь, тишина, и тихой поступью за тобой следуют смотрители, чтобы, не дай бог, ты там ничего не снял на видео или не сфотографировал. Гулять на улице было как-то веселее, чем по музеям. Тут тишина, чистый воздух, красивая зимняя природа, ребята вот на лыжах катаются. Сказка же! выбираю точку для съемки. Муж отказался идти снимать кадр, который я выбрала, поэтому пробираюсь через снег сама. Следующий пункт нашей самостоятельной экскурсии – могила великого писателя. Лев Николаевич похоронен в лесу на краю оврага, так он завещал. Идти минут 15. По пути у нас появился такой вот четвероногий черный спутник. Эта собачка, мне кажется, хочет показать нам дорогу, ждет вот сейчас, когда мы пойдем. Эта табличка говорит о приближении к месту последнего приюта Толстого. Могила необычная, просто холмик, ни креста, ни надгробного камня, ни таблички с датами рождения и смерти. На сайте музея написано так. Именно эта могила, покой и тишина старого леса могут очень много сказать о Толстом, о его понимании жизни и смерти. А мы продолжили знакомиться с достопримечательностями усадьбы во Флигеле-Кузьминских. Снимать там тоже запрещалось. В доме Кузьминских, конечно, не так атмосферно, как в доме Льва Николаевича Толстого, но здесь тоже довольно интересная выставка, подобраны подлинные экспонаты. И очень большой плюс, на мой взгляд, для музея, все-таки это музей, да, здесь каждому экспонату есть табличка и написано, что это, когда это, копия ли это, либо это подлинник и оригинал. Поэтому было довольно интересно гулять и рассматривать все эти экспонаты. Ясная Поляна – особенное место. Лев Николаевич Толстой написал там Анну Каренину и «Войну и мир». Тут он жил, работал, принимал друзей. Писатели и художники приезжали сюда в гости, и здесь они гуляли по этим же тропинкам и аллеям. Все это как-то чувствуется. Впечатление может быть испорчено плохой организацией поездки, как у нас, но атмосфера Ясной Поляны сильнее. Уходила я уже одухотворенной. Пусть у нас и не сложилась экскурсия в Ясной Поляне, но все-таки нам удалось погулять, посмотреть основные достопримечательности, пусть просто посмотреть и ничего нового не узнать, но у нас есть интернет, так что все мы прочитаем, все, что нам нужно. А я в Ясной Поляне уже второй раз, и я чувствую здесь какую-то такую своеобразную атмосферу, и мне вот почему-то здесь очень нравится. Вы проголодались, в Ясной Поляне есть где покушать, пообедать. Прямо напротив входа кафе «Пришпек». Так пирожками пахнет, и чаю хочется, и нос совсем замерз. А здесь комната, а в комнате 3 двери. Правда, без указаний: налево пойдешь, направо пойдешь, прямо пойдешь. А на батарее мирно дремлет кошка. Просто идиллия. В кафе «Пришпект» обязательно нужно попробовать пирог анке. Этот торт любил, кто вы думаете, Лев Николаевич, конечно. Здесь, уверяют, пекут его по рецепту, который использовала Софья Андреевна, супруга писателя. А мы, уминая простую домашнюю еду, дождались все-таки водителя. Хоть он оказался надежным, и в Тулу мы вернулись без происшествий. Вечер субботы, сейчас где-то около 19 часов. Обычно в это время, мне кажется, народ должен собираться гулять. Но, как видим, ни души, тут рядом Кремль рукой подать. И, как кажется, тротуар закончился. Тротуар скоро появился, и мы уже пришли к Кремлю, вот он. А людей как не было, так и нет, наверное, погоды боятся. Погода скоро даст о себе знать. Возможно, многие в самом деле просто посмотрели прогноз. Но на центральной площади мы были все-таки не одни. Как не одни гуляли и по Кремлю. Не думала, кстати, что нам удастся попасть туда в этот же день. И из Ясной Поляны мы вернулись довольно поздно. Но Кремль в Туле не закрывают на ночь, как выяснилось. Все-таки в Туле есть туристическая жизнь, об этом говорят вот такие таблички с QR-кодами. пока мы любовались храмом, башнями и слушали колокольный звон, разыгралась самая настоящая метель. Снега в воздухе с каждой минутой становилось все больше, и скоро было уже непонятно, то ли он падает сверху, то ли его ветром поднимает с земли и крыш. Ух, погодка! В любую погоду турист должен оставаться туристом. Не знаю, кто куда бежал бы в такую погоду, а мы решили устроить фотосессию. Сама природа организовала нам декорации, но нельзя было упускать шанс, чтобы сделать самое зимнее фото для своего альбома. Ю-ху, русская зима! Такой день, скажем так, испытывающий меня на позитив, должен был закончиться в приятной обстановке. Этого очень хотелось. Куда-то ехать в метель было рискованно. Мы пошли в ресторанчик рядом с площадью, винный погреб. Даже если бы нас замело, копать пещеру в гостинице все-таки не так далеко. Кафе оправдало свое название. Это в самом деле винный погреб. На полках сотни бутылок красного и белого из самых разных стран, разных урожаев и разной стоимости. Есть в том числе и российское вино. Бибулия, на самом деле, сейчас раскрученный, да, в хорошем смысле слова, известный проект. Левкадия называется хозяйство. И вот великолепно они сделали это вино из сорта Кобернет-Савиньон. Можно смело взять и пробовать, я уверен, не разочарует. И еще, на мой взгляд, интересно, это другое же хозяйство, усадьба Маркот под Геленджиком. Вот тут несколько сортов винограда, бордовский так называемый купаж, Кобернет-Савиньон, Мерло, Каберне-Фран. В ресторане нет винной карты. Можно пойти в погреб и самостоятельно выбрать любую бутылку. Ну или обратиться за помощью к сомелье. С Артемом мы остановились на французском урожае 2008 года. Это, на мой взгляд, вино из бордовских заслуживает внимания. 2008 года урожая, то есть важно вообще для бордовских вин их спелость, зрелость. Потому что когда они только в продажу выходят, как правило, ни одну, так сказать, пить сразу нельзя. Требуется некоторая выдержка в бутылке, чтобы дойти до нужной кондиции. Вот это 8-й год, мне кажется, прям в оптимальном состоянии, вино очень тонкое. Кстати, за рекомендации сомелье доплачивать не придется. И еще, разопьете ли вы вино здесь или возьмете с собой, цена будет одинаковая. По крайней мере, нам сказали, что ресторанной наценки на алкоголь в этом погребе нет. Меню тоже не совсем стандартное. Например, здесь можно отведать зразы из кабана или оленьи котлеты. Мы очень хорошо провели время и вкусно поужинали. Не хватало, пожалуй, только музыки, такой тихой и ненавязчивой. Проснулись мы в номере гостиницы «Профит», куда и заселились накануне. Значит, нас не замело и добрались нормально. На ресепшене, заселяя нас в этот номер, нам сказали, если вам не понравится, то мы вас переселим. Даже заинтриговали, думаем, что же за номер. Говорят, ну там такие особенности. А вот главная особенность – это такой душ стеклянный и прозрачный. Ну и здесь у нас небольшая комната, достаточно приятное цветовое сочетание, на мой взгляд. Ничего такого броского, все в таких серо-бежевых тонах. В гостинице есть комнаты и со стандартным санузлом, но мы решили остаться. Надеюсь, подсматривать за мной не будет мой муж. Почему-то нам выделили 3 полотенца, и всякие примочки в душевой кабине не работали. Так часто бывает во многих гостиницах. В прозрачной ванной прилагались тапочки, сейф, вода, чай, кофе, сахар и мини-бар с пряниками, среди прочего. Тульский пряник – символ Тулы. Самовары и пряники, я думаю, что будут окружать нас на протяжении всего путешествия. Отопления в комнате нет, на обогрев работал кондиционер. Шумоизоляция, видимо, плохая. Не знаю, слышно ли соседей, у нас, кажется, их и не было, но вот сотрудницу гостиницы, которая громко болтала в коридоре в 8 утра, очень хотелось выключить. Про номер, кажется, все. Идем есть? Нам предложили 5 вариантов на выбор. Они отличались основным блюдом, так скажем. Предлагались сырники, блины с мясом, сосиски, яичница и что-то еще, уже сейчас не помню. Каждый из вариантов включал в том числе сыр, мясную и рыбную нарезку, йогурт, булочки, джем и чай или кофе на выбор. Пока мы ели, я заметила, снегопад продолжается. Дороги чистят вовсю, но в такую погоду по городу весь день не будешь гулять. Поэтому в нашей зимней программе 2 музея визитных карточки Тулы. Сначала пойдем изучать самовары. Я не шучу, мне правда интересно. В тот день мы были первыми посетителями. Попробовали ходить просто. Ну, как-то это странно. Столько самоваров, чем они отличаются, ничего не понятно. И никакой экскурсии, которую можно подслушать. Решили взять аудиогид. Выставка заиграла новыми красками. Вот самый старый самовар в коллекции. Тут кофейные самовары, там дорожные. Были и такие, оказывается. Самовар-кухня с раздельными внутри стенками позволял одновременно подогревать несколько блюд. Такая вот мультиварка 19 века. А эти малыши-самовары не просто копии больших собратьев. Их сделали специально для детей императорской семьи в подарок для Алексея, Анастасии, Марии, Ольги и Татьяны. Форму подбирали, как рассказывается, под характер каждого. Самоварчик с короной наверху для сына, которому предстояло унаследовать престол. Не могу сказать, что я была большой поклонницей самоваров, да и вообще что-то про них знала, но здесь мне стало интересно. Аудиоэкскурсия помогает проследить, как менялась жизнь в стране. Такая вот история сквозь самовары. В начале 20 века, после известных событий, мода на украшение этого устройства изменилась. Ушли в прошлые узоры. Теперь мастера чеканили портрет вождя, звезды и даже мавзолей. В росписи фарфора тоже отпечаталось время и перемены 20-х годов. Пойду схожу в самовар. А что в самоваре? Самовары! Надо же, как целая отрасль может уйти в прошлое. Представляете, у себя на столе сейчас вместо электрического чайника стоит самовар. Теперь эти пузатые устройства скорее используют для стилизации, чем из необходимости. А 100 лет назад они помогали готовить еду в придорожных кафе или согреть чаю в зимнем поезде. Отопления тогда в вагонах не было, между прочим. Тремя музеями. Это, конечно, музей пряника, музей самоваров и музей оружия. Причем музей оружия в Туле один из самых старейших музеев оружия в России. Один корпус находится на территории Кремля, исторический корпус. И вот не так давно здесь построили новый корпус музея. Нам сказали, что здесь очень большая и интересная экспозиция. Попробуем это посмотреть. Я не фанат оружия, и единственное, что меня заставило прийти в этот музей, это его уникальность и значимость для Тулы. Об этом написано везде. Не ждала ничего особенного, но я ошибалась. Все-таки есть сейчас технологии, которые позволяют и, казалось бы, мертвое экспозиционное пространство оживить. Выставку здесь не просто смотришь, а общаешься с ней. Здесь такой необычный аудиогид, как лазерная указка. Надо искать такие красные штучки, наводить на них. И сейчас мне начнут рассказывать историю этого оружия. Даже если кто-то решил гулять без аудиогида и самостоятельно, не в составе экскурсии, тут не почувствуешь себя ущербным или ущемленным из-за недостатка информации. Рядом с каждой витриной установлены планшеты. Выбираешь номер экспоната и читаешь о нем. Описание как на русском, так и на английском языке. На стенах говорящие картины. Герои повествуют об интересных исторических событиях. Оживили здесь и такие инсталляции. Одновременно одну атаку за другой предпринимали немцы на Воронежском шоссе. Здесь противник был отбит огнем зенитных батарей лейтенанта Журавлева и лейтенанта Миловалова. А вот у станка работают такие электронные рабочие. Я как-то всегда очень скептично относилась ко всяким мультимедиа, которые применяют сейчас в музеях и на выставках. Но здесь это реально сделано круто. Виртуальные рабочие трудятся у станков, а оружейники в кабинетах обсуждают будущее отрасли. Господин Мюррелл, позвольте мне выразить благодарность английской стороне за предоставленную мне и старшему мастеру Ивану Алексеевичу Пустухову возможность ознакомиться с производством пулеметов на заводах «Виктерс», «Занобья» и «Максов» в Лондоне. Музей позволяет не просто познакомиться с оружием, но и стать участником каких-то событий. Кроме того, главный предмет выставки – ружья, пистолеты и мечи – не разложены скучно на полочках, а представлены в 3D-формате. Может, это сочетание уже набило оскомину, но в данном случае уместно. При желании рассмотреть экспонаты можно со всех сторон, а виртуальные модели позволяют изучить устройство интересующего оружия. Оружие было изобретено для охоты и защиты от хищников. В этом смысле, с точки зрения его происхождения, в нем нет ничего плохого. Уже потом люди стали использовать его и в других целях. Как и самовары, эти устройства несут печать времени и владельца. Например, рассматривать пистолеты дворян – одно удовольствие. Посмотрите, как украшены эти дуэльные пистолеты. Там уже можно говорить об оружии как искусстве. Я не намерена поэтизировать предмет выставки, но и на девочку в розовых очках походить тоже не хочу. Оружие – это реальность любой страны и во многом залог ее позиции в мире. Ничего тут не поделаешь, как в прошлом, так и в настоящем. И пока ничего другого мир придумать не может. А в музее все устроено так, чтобы заинтересовать посетителя. Сначала ты делаешь фото в образе гусара или башкирского всадника. Я буду гусаром. И тут не просто развлечение. Прежде чем запустить серию селфи, надо ответить на вопрос викторины. Вот так ненавязчиво и кое-что узнаешь. Я очень миленький гусар. Детей наверняка увлекут игры. Даже я не устояла. Было очень интересно пересмотреть все, что есть в этом музее интерактивного. Да, я пришла в музей играться. Решила пройти историческую викторину. Один из вопросов, что такое пищаль? Один из ответов, капризный ребенок. Но я-то знаю, что это такое. Да, Тула не тот город, в который можно влюбиться сразу, но в итоге она нравится даже больше, чем можно было от нее ожидать. По крайней мере, со мной так случилось. С этими мыслями я сидела в ресторане «Пряности и радости», недалеко от музея оружия. Там немного шумно, но готовят вкусно и подача блюд хорошая. Помните, Тула встретила нас не совсем приветливо, но зато проводила очень тепло и душевно. Думаю, это что-то значит.